Hey! Всем привет, друзья! С вами снова Морская Свинья, и сегодня мы будем играть в такую игру под названием Чернель Хаус Трилогия. Это игра от создателей Ричард энд Элис, Ричард и Алиса. Я, конечно, не играла в Ричарда и Алиса, но говорят, что эта игра просто шедевр там и все такое. А это вот как бы новая игра от тех же создателей. Ричард и Элис, я что-то, знаете, посмотрела, ну, что-то не захотелось мне в неё играть, а вот в это почему-то захотелось, потому что в ней очень красивая графика, ну, как бы такая пиксельная, но при этом, как вот в Dawnfall. Разработчик Owl Cave. Игры. Разработчик игры, да. Сюжет я вообще не знаю, если честно. Я не посмотрела сюжет, я посмотрела на графику, думаю, ну, блин, все, хорошо. На русском? Думаю, отлично, все, берем. Чернель Хаус. Дом Шарнель, видимо, да? Хотя нет, Чернель, тогда было бы Хаус. Пофиг тогда. Вдох называется у нас. У нас вместо того, чтобы загрузить, у нас там вдох, могила и все такое. Вот видите, вот графика красивая, да? Ну, реально клевая. Прям такая пикселька. Но при этом не пикселька. Снегопадов больше не будет. Теперь у меня не осталось отговорок, чтобы с ним не видеться. Даже и думать об этом не хочу. Тут даже английская озвучка. Вы представляете? Английская озвучка, ребята. Английская. Тут как квест реально вот. Серьезно, вот как квест. Вот, ходите тут на мышку. Можно, смотрите, осмотреть. Старое пальто Гевина. Оно висит здесь с тех пор, как, ну, кажется, с той ночи, как он ушел. В мой день рождения. Стильный парень. Даже несмотря на то, что мне очень хочется, чтобы он пришел и забрал... Да блин. И забрал эту проклятую тряпку. Проклятую. Да. Проклят. Мне не очень хочется ходить в пальто дома. Я не знаю, в принципе, в чем сюжет и что нам нужно сейчас делать. Но видите, тут телефон в виде птички. Это очень странно. Давайте осмотрим это растение. Мое прелестное комнатное растение. Гэви называл его Дэйвом, а я звала его Гилбертом. Оно Гилберт. Типа, понял? Оно Гилберт. Дверь моей квартиры. Ну уж, конечно, буду я стоять и пялиться на нее весь вечер. Даже глазок не работает. Не хочу выходить на улицу. Все, поняли? Значит, на улицу нам нельзя выходить. Портал, волнующий другой мир. Или, как называет ее владелец дома, ванная. Книги, игры, несколько компакт-дисков. Все, чем я живу. И зачем ты ингалятор от астмы? Понятия не имею, кто его тут оставил. Может, София? Надеюсь, у нее есть еще один. Учитывая то, что она не появлялась здесь уже больше месяца, думаю, что есть. Ну, смотрите, вот какая-то такая девушка. Какая-то... как бы панк. Или выглядит как панк. Посмотрите на ее лицо. Посмотрите на ее прекрасное лицо. Пиксельное прекрасное лицо. С удовольствием бы сейчас поиграла, если бы была такая возможность. А почему сейчас невозможно поиграть? Я же играю сейчас. Моя незаменимая переносная радиомагнитола. В последнее время я пользуюсь ей очень часто. И, кстати, вот эта вот игра очень похожа вот на такой квест, как рыжая такая девушка ходит с призраком. Я просто не помню ее название, но... Я помню, что она очень популярна за границей. Именно за границей, потому что она на английском. А русские не играют на английском, потому что, типа, мы чё, типа, совсем, что ли? Вот смотрите, тут даже инвентарь есть, инвентарь. И реально, это квест. Лучше не переключать, мне нравится атмосферная музыка. Моя коллекция DVD. Я небольшая любительница кино, а вот Гэвин его обожал. По-моему, тут несколько его дисков. Наверное, надо вернуть их поскорее. Что это такое вообще? Почему женщина это говорит? Моя мама подарила, когда я переехала сюда. Несколько месяцев назад Гэвин починил одну из ножек. О, господи, лучше не вспоминать. На нем лежит стопка старых журналов про игры. Газета за прошлый вторник и пепельница. Такова моя жизнь. Че, по магнитоле, что ли, говорит эта баба? Или вообще откуда она? Откуда доносится звук? Если бы я пила кофе или была в настроении почитать, тогда возможно. Но это не про меня, поэтому нет. Ничего она не хочет делать. За батареей что-то лежит, может, получится достать. А, есть, посылку еще не открывали, посмотрим.
DVD-диск «Незнакомцы в поезде». Я купила его для Гэвина, ох. Отправляйся обратно за батарею. Нормально так. Из окна открывается превосходный вид на город. Вид на город, извините. Одно из преимуществ, из-за которого мне нравится эта квартира. На улице темно. О, мой дорогой славный стул. Устаревшая видеокарта, жесткий диск, забит всяким дерьмом, но все еще это моя крошка. Это прям как у меня. Реально. Хотелось бы, но сперва надо кое-что сделать. Да что сделать-то, блин? Тут даже нет задания, миссия какая у меня. В тумбочке мы же посмотрим, что-нибудь есть. Плохо дело, она закрыта. Не помню, чтобы я ее закрывала. Более того, даже не помню, есть ли у меня ключ. Болтать нет настроения, но послушай сообщение, полагаю, стоит. У вас два новых сообщения. Первое сообщение получено сегодня в 13:18. Поздравляем, вы выиграли билеты на последнюю выставку в музее Ренвик-он-Темс. Прямиком из катакомб Авгурпика. Такой шанс выпадает только раз в жизни. Билеты в английский музей? Это Нью-Йорк, ребята. Мне это не интересно. Удалено сообщение. Второе сообщение получено сегодня в 18:29. Привет, Алекс. Медсестра только что рассказала, что ты приходила. Могла бы и сказать, я бы тоже подъехала. Давно не виделись. Дорогая, твой отец точно бы тобой гордился. Знаешь, он бы и сам тебе это сказал, если бы мог. Позвони мне на мобильный, когда получишь сообщение. До встречи. Люблю тебя. Пока. Конец последнего сообщения. Мам, я не звонила, потому что я знала, что ты будешь там. Да я и не смогла бы сделать это, зная, что ты там. Даже не знаю, почему. Пожалуйста, не надо меня ненавидеть за это. Вот, если честно... Ах, черт, и все утром ей перезвоню, да? Да. Черт, я же с собой разговариваю. Терапевт говорит, что это проявление тяги к слушателям, тяги к компаниям. Вот я сейчас тем же самым занимаюсь. Что за мной следят. Ну, у меня тоже такое чувство есть. Давайте сохранимся просто так, я не знаю. Вот так будет. Я не знаю, читать ли мне, в принципе, тут хорошая английская озвучка. Неплохая. Ну, короче, она спать не хочет. The sofa. So many happy memories of sitting here, doing fuck all. I have nothing but love for this sofa. Wait. No, the other thing, apathy. It's a sofa. Actually, it's a bed. Это еще и кровать, ну вот тебе на. Ладно, я что-то устала читать, давайте пусть она будет читать. В принципе, я обычно всегда читаю, когда вот новеллы, да? Там вообще просто никто не озвучивает. А тут хотя бы английский подучите, да? Сейчас скажешь, иди нафиг отсюда своим английским. The kitchen. Мы и так типа в школе, да, мы проходим или в институте. Просто обычно мне некогда этим заниматься. Ага. Hungry, да что сделать-то? Женщина, ты меня мучаешь. Конечно, приму душ. Серьезно? Надо было пойти принять душ все это время. Она меня... Просто 10 минут она мылась. Я, в принципе, тоже так. Все? Это все, что ей нужно было сделать, реально. А, нет. Это... Может, это выйти? Нет. Слушайте, это... Уже это... Уже я начинаю... Начинаю это... Тупить. Хотя это первая локация. А, все хорошо. Ох ты, какая собачка. Сувенир. Гэвин вытащил его для меня из игрового автомата с игрушками. Не знаю, как он это сделал. Просто волшебство какое-то. Несмотря на свое вечное искушение засунуть его в микроволновку, оставлю его пока на своем месте. Я привыкла к нему, его зовут Сэм. Я не знаю даже, как будет развиваться сюжет. Вот, да, в принципе, обычная девушка, обычная ее жизнь. Клава на мою похожа. Что может произойти, не знаю. Что будет? Мистика какая-то просто, да? Ну, меню какое-то мистическое, там, могила, вдох, блин, какой-то. Какая-то, типа, да, знаете, вот как Last Door, там будет, типа, что-то такое страшненькое. Мои записочки. Сама с трудом их понимаю. Не, уверена, она здесь не просто так. Включить? Неплохая мысль. В
Ура! Сейчас мы будем... Вот смотрите, это игра, вот как мы будем сами же играть в игру какую-то. Опа, замазала. Нормально так. Nope, not changing it. Let me have this one childish act. A photo of Gavin with his face scrubbed. Hey, a girl's entitled to the occasional addictive outburst, okay? Может, конечно. Конечно, может. I'm not changing it. I kind of like... Горькие. София, Исайя и Карли. Видимо, Исайя — это мужик. Интересно, сколько ей лет? Черт возьми, почему она на меня так похожа? Черт возьми, слишком похожа. Drama as my favorite reviewer gives a score. О боже, это же боль. Very personable. Makes me feel like I know the guy. Oh well, no time for that now. Gotta track my package. It has to be here today. Замечательная игра. Of course, I had to change all my regular passwords. Gavin knew them. God damn it, what did I use here? I think I wrote it down somewhere when I was напилась. Oh yeah. Я хотела бы... А, блин, на клавиатуру уже не посмотреть. Ah, here it is, ну, пока, в принципе, загадки не сложные, да? The writer walks the shores where love inscribed its final kiss. Time to read, Alex. Ну, отлично, нам теперь придется идти туда. А как? An unremarkable desktop. There's something stuck up by the light... Ah, got it. Parcel, a 10-foot extendable ladder with stand, and I'll just put. Как выйти-то отсюда? А вот. Не, ну неплохой такой квест. Я вообще люблю квесты. Кто не знает, у меня есть свой паблик ВКонтакте, ну группа, точнее ВКонтакте, где я администратор и создатель. Нас уже 1000 там. Группа очень вообще давно, с 2012 года. Конечно, там мало людей пока. Но там зато все с душой. Айн Ранд's Atlas Shrugged. Ага. Beautiful novel by an author whose beliefs I... Just kidding. Rand was a fucking troll. I only bought this thing because of Bioshock. By applying the principles of objectivism to this, I can discern it... Death, the high cost of living. Just one of my many Neil Gaiman books. All the Ankh-wearing wannabe teenage goth girls in the world can't kill my love of the endless. Also, who am I kidding? I was totally an Ankh-wearing wannabe. Так вроде она сейчас такая, нет? I'd love to sit down and read special topics in calamity physics. The only time I've wanted to slap and hug the main character at once. Good book. As shown in Horowitz's 2003 essay, This is the Wrong Book. Louis Cassel's The Charnel House Burial. My pride, the one memento from Gavin I'll never get. Oh, Cassel, you are a strange and troubled man. For your graduation. I hope there will always be room in your spectacular mind for me. You are my island. Love you forever and always, Gavin. Yeah. Yeah, I get it. Cassel famously became a hermit while writing this book. The island he moved to was called Augur Peak. I remember now. Augur Peak 1318. Ага. Отлично, мы нашли пароль. Музыка играет такая прикольненькая. Интересно, что будет дальше? Вот просто вот мне реально интересно. I resent having to pay special delivery for train tickets, but I need them today. Какие-то билеты на поезд. Мне нельзя всем куда-то уехать. I can't wait that long. What? The site says it was delivered and signed for. Что? I don't recognize that signature, and even I would have remembered signing for it today. Вот это уже интересно. Benwood or something? What? Well, great. Fucking perfect. I need those tickets. Maybe it's a mistake. Maybe they'll still come. Maybe the website's fucked. It's too late to call them now.
What else can I do but wait? Может, пойдем туда? Так. Так. Что? Там была горилла? What the fuck? I'm not being sarcastic. I just want the tickets to get here. Guess I'd better find a way to spend my evening then. I don't feel like playing a game, so maybe a DVD is in order. А чё? А как же играть? Как же играть-то? Ну чё такое-то? Да чё за... Кто разговаривает вообще? Тут разговариваю только я вообще-то. Только моё право разговаривать. Yeah, sure. If you insist, I'm... Ну да, пошли покушаем. Я думаю, это святое дело. Почему там горилла была? Слушайте, это странная игра. Жаль, что не показывают нам кухню, я бы хотела. Три маринованных луковицы и кусочек хлеба. Маринованные луковицы? Иу. Это жутко. Может, вздремнем, а? Нет? Играем в игры? Nah, let's not get sidetracked. Sophia's inhaler might as well be The Mirror by Graham Masterson. Masterton. I remember this being pretty terrifying when I was a teenager. I wonder if it'd hold up. I haven't thought about this book in years. Sanctum by Madeline Rue. Sanctum? This came out. I have an especially strong connection to her writing. In fact, everyone should. I'm saving it for a special occasion. А, ну это мы уже читали. Подождите. Тогда мне это здесь не нужно. Уж полить растения, не знаю. So you want to give up smoking? A self-help book. I kinda wish I hadn't found this now. I think I can jimmy it open with something. Ага, взломать. Probably do an upgrade. They say. Да, это действительно так. Unless you're broke, which I am. Мне бы тоже надо бы свое обновить. Ну, то вообще просто. Вы-то думаете, что я такие игры играю, потому что меня компьютер говно, вы все-таки меня раскусили, да? На самом деле нет, просто мне нравятся такие игры. Не подумайте, что плохого. Игры клевые. Сюжетные такие. Ну блин, ну какого черта, что мне делать? Я знаю, что тебе мама подарила. Пошли, может, это, не в книжный шкаф. Да блин, я говорю не в книжный шкаф, женщина. Значит, не в книжный шкаф. Она не слушается меня. Так, мне нужно чем-то взломать. О! Хвост собаки. Ура! Я нашла. Засовываем ее. В тумбочку. Засовываем собаку в тумбочку. Просто зашибись. Приступим. Идеально подходит. Хвост отломился, но блин. Жаль собачку. Ура! Видюшки будем мы смотреть. Ну. Посмотрим. Сейчас, когда начнется что-нибудь интересное, закончим серию. Ой, я бы не советовал. Там какая-то горилла была на диване, я не советую. Через час. Тик-тик. Не, ну графика... Ах ты ж, блин. Да это не горилла, слушайте, это человек был. Мне горилла что-то показалось. Телефон звонит, значит, да? Горилла, блин.
жуткая, жуткая горилла. Hello? Gavin? Роб? Oh, Rob. Hi. What's up? Oh, really? That's brilliant. Oh, thanks so much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. That was Rob, my neighbor from the apartment down the hall. Так вот кто нашел. The delivery man signed it and left it with him. He's bringing it over now. I'm just... Shit, I'm doing this. I have to get ready. Shit. Yes. What now, Rob? Forgotten where I live? Мне кажется, это уже не Роб. Мне кажется, это та горилла-привидение. Горилла-призрак. Hello? Семь дней! Who's Alex Davenport speaking? Davenport. I... Thank you. Маньяк-горилла. Близко. I can't breathe. Что I случилось? Can't fucking breathe. Что происходит? What the fuck? Что это за... Ингалятор здесь, если что. Давай. Все. Хорошо? Не? Что-то жуткая игра какая-то. Я думала, нормальная игра. Нашла хоррор. Знаете, когда ты просто победитель по жизни. Искал такую, думаю, спокойную игру. Мать тебе, хоррор. Ты в порядке? Я в порядке. Спасибо. В порядке. Просто плохие новости. Со мной все в порядке. Прости, Роб. О боже, опять Гэвин? В смысле, призрак Гэвина? Он ни при чем. Ха, прости. Все будет хорошо. Просто надо кое с чем разобраться. Черная полоса, ты же понимаешь. Эй, слушай, спасибо, что принес посылку. Точно? Нет-нет, серьезно, со мной все в порядке. Спасибо, Роберт. Ты называешь меня Робертом только когда тебе плохо, Ал. Знаю, что ты не любишь лишних людей рядом, но если ты что, ты знаешь, где меня найти? Ну, если что-то. Да, знаю. Хочешь правды? Если честно, завтра я притащусь к тебе под дверь, сопливая, ждущая, чтобы кто-то выслушал, но сегодня... Сегодня мне... Я понимаю, Ал. Побудь одна. Интересно, что в посылочке? Может, новые игры? Лутбокс? Погодите, завтра меня уже не будет. Прости, Роб. Что? Я позвоню тебе, прошу, не волнуйся с меня. Она что, суицидом хотела? А, господи. Это не котлети, надо убрать эту мысль. Подготовлюсь завтра и маме позвоню завтра. Меня пугает эта игра. Да, я трус. Вау, отражение, ну блин, зашибенно просто. The woman looks at the man in the car. He turns the music down, calls something out as he passes. I see the woman start to walk faster. She flinches at the thunder. The car drives off. Another set of sirens now. Somewhere in the distance, the city is drowning. This is where we live. This is our world. Ebb and flow, endless, forever. It's the perfect time for loneliness. The perfect time to indulge the selfish, petulant monologues of the dispossessed. But sometimes it's just like this, you know? Sometimes we can't help it. Sometimes we don't want to go out and hang out with your friends. Sometimes we don't want to talk. Sometimes we just want to go. You don't know me. You never fucking knew me. Go fuck yourself, you judgmental, self-righteous prick. Kat, I'll see you soon. Все, видимо, она уезжает. А как же тут призрак? Что это за призрак вообще? Почему он меня так пугает? Да твою ж мать! Вау!
Ну блин, игра бомба, я не знаю, почему я ее раньше не нашла? Я просто удивляюсь. Она что, ей не холодно, что ли? Ну что ж, друзья, это было, можно сказать, проба. Если вот вам понравилось, пишите, читать мне то, что она говорит, или не читать. Проходите ли дальше эту игру? Как вообще она вам? Ну, вот. Ух ты, у нас, смотрите, пачка секрет, зажигалка. Мы прям вообще такие клевые, такие. Разбитая фигурка у нас даже. А ингалятор где? Ингалятора нету, да? Она его, видимо, положила на место. Вот, если вам понравилось, то поставьте лайки, напишите об этом комментарии что-нибудь. Если вы даже играли в эту игру, то напишите, как она вам, хорошая ли. Просто напишите что-нибудь про эту игру, и я посмотрю, буду ли проходить ее дальше. Она меня удивляет своей красотой какой-то. Такой вообще просто. Я давно в таких пикселей не играла, серьезно, ребят. Я не знаю, я, наверное, буду ее проходить. Вы просто напишите мне, читаете текст или нет. Я просто, ну, буду знать, как лучше для вас. Если вам нравится самим читать, читайте. Если вам нравится, когда я говорю. Пишите, что, чтобы я читала. Мне не сложно, в принципе. Я новелл столько прочитала, что у меня уже язык... Я не знаю, какой он формы уже. Он извивается просто. Ладно. С вами была Морская Свинья. Это была игра The Charnel House Trilogy. Это трилогия, что ли? Подождите, это первая часть или это трилогия? Все сразу. Я просто действительно, я взяла, прочитала... В группе переводчиков этой игры такая смотрю, опа, новая игра, думаю, ну чё бы не сыграть, думаю, пикселька, отлично. Мне как раз пикселька нужна, думаю, ну блин, как вот подфартило. В описании вы видите группу этих переводчиков, и вот, если вам хочется посмотреть какие-то еще игры, они переводят игры только адвенчуры. Такие вот, как Pinpew Drive, что там еще они перевели, Ричард энд Элис, они тоже перевели ее. Ну, короче, вот такие, знаете, вроде как хорроры немножко, но при этом еще с сюжетом. Ну, все как я люблю, короче. Подписывайтесь на их группу, чтобы как-то поддержать их. Лайком, добрым словом. С вами была Морская Свинья. Всем удачи, хорошего настроения и пока!